Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня я вам похвастаюсь своим новым опрыскивателем, пульверизатором. У меня он новенький. Я выставляла пост на своей страничке, спрашивала как бы рекомендаций, потому как агрегат новый, и на что обратить внимание я не знала. Потому ребята подтянулись, дали мне некоторые рекомендации, и вот что у меня получилось. Старенький мой ручной уже сломался, мне нужен был новый. Оказывается, есть опрыскиватели на аккумуляторах. И вот у меня новый аккумуляторный опрыскиватель. Вот такой вот Forte на 12 литров с аккумулятором. В общем, я им очень довольна. Вчера я его уже испытала. Смерть всем шкидникам, всем сикарашкам. Я вчера все провела, все обработала. Я сейчас покажу, как он работает. В комплекте заказывала я его по интернету. Интернет-магазин с торгом. В принципе, мне все понравилось. Прислали быстро, без проблем. То, что я просила, на 12 литров. Вот тут чек, инструкция, все такое. Все прилагалось. И много деталек идет в нем в комплекте. Во-первых, сам аккумулятор, ну, такой пластмассовый, имеет ручку. Тоже обратили мое внимание, чтобы была ручка. Потому что если его нужно перенести, если без ручки нет, то придется тащить за лямки. В общем, ручка есть. Крышка, куда заливается вся жидкость. И внутри здесь еще идет вот такой фильтр. То есть очень удобно. И когда мы его вчера распечатали, открыли крышечку, я увидела, что там была влага. Значит, перед отправкой его проверили. Потому что, ну как его проверить на новой почте, даже если заказывал наложенным платежом? Не тащить же с собой баклажку воды, и мало ли заряжен или не заряжен. В общем, он вчера был заряжен. Судя по наличию влаги внутри, его проверяли перед отправкой. Ну, как бы, что есть плюсом. Вот такой аккумулятор. Он с этим, с индикатором. После опрыскивания я его на всякий случай поставила зарядить. То есть сначала лампочка горела красная, потом же стала зелененькая. То есть я отключила. То есть очень хорошо, когда есть индикатор зарядки. Вот. Есть у него еще мерная лейка, ну мерка вернее. Вот, но мерка здесь не очень удобная. Она синенькая и просто слабо продавленная. Я дорисовала здесь фломастером, маркером, и сейчас еще дорисую. Здесь вот эта мерочка, она очень слабо видна. Я ее вчера не с первого раза нашла, мне супруг пальцами ткнул. Поэтому я наведу здесь несмываемым маркером себе мерки. Потому что, ну, как бы не очень хорошо видно. Вот, а так вот будет получше. Тем более, я знаю, что это маркер у меня для бирок, я ее бирки подписываю. Обратно, с обратной стороны есть вот такая вот подложка для спины. Ну вот так комфортненько носить его на спине. Потому что сам аккумулятор весит 6,5 килограмм, плюс еще 12 литров жидкости. И он такой увесистый получается. Ну как для нас, для девочек, то это весомо и ощутимо. И смотрите, у этого опрыскивателя есть вот такой высокий бортик. То есть если вдруг вы перелили, или там что-то пошло не так, и вода, жидкость бежит через верх, она не бежит на спину, она бежит, бежать будет в этот вот бортик. Он идет по всему периметру, и впереди он сужается, и есть вот отверстие, дырочка, где он будет вытекать вперед. То есть на спину вам ничего не побежит, благодаря вот этому бортику. Ну, как бы тоже один плюсик у этого опрыскивателя. В комплекте шло много всяких насадочек. В комплекте шел мерный стаканчик, маска, вот такие эти прокладочки. Обычно их нету нигде, и вечно проблемка. Еще какая-то штучка, запасные штучки, и вот много всяких всевозможных леечек. Леечки сейчас я вам покажу, какие как работают. Ну, как бы комплектация хорошая. И одна насадочка у меня уже на лейке. Эта удочка у него разбирается телескопическая, то есть, наверное, можно еще и добавить, сделать нужную вам длину на этой самой удочке. Сейчас я ее немножко соберу, мне сейчас так много не надо. Ну, то есть очень удобно, можно достать очень далеко.
Итак, он у меня заряжен. На данный момент там чистая вода. И вот одна такая маленькая насадочка, и вот у нее такая струя. Ой, пардон, включить надо. То есть мы включили, он там закачался, жидкость, мы нажимаем на кнопочку, и он вот так вот хорошо шикардосно распыляет. То есть вчера именно этой насадкой я и распыляла. Вот у него такая двойная насадочка, и вот как она пшикивает тоже. Ой. Эти все насадочки нужно поподкручивать, потому что они были не подкрученные. Мы вчера с мужем, по всей видимости, не все подкрутили. То есть она тоже очень хорошо распыляет. Распыление хорошо. Тройная насадочка. Тоже так мелко-мелко и очень много распыляет. Насадочка похожа на леечку. Тоже классно мелко распыляет. Кстати, можно было бы ей вчера брызгать клеща. Хорошо. Вот такая насадка, как в душе. Хорошо и далеко. И вот здесь можно регулировать. Вроде бы полнее еще все ее функции. Да, делать такую большую струю. Ну, то есть при желании попасть куда угодно можно. Такая насадка с красным таким, с оранжевым носиком. И вот так вот. Или так, или вот так. То есть как он распыляет. Сбоку у него вот есть включатель. А это гнездо для зарядки аккумулятора. То есть как бы хорошо оно закрывается плотно, благо не попадет. И сам включатель. Вот так выглядит опрыскиватель на спине. В руках, то есть я правша, и опрыскиватель в принципе для правшей, потому что сама вот эта ручка для правой руки, и у нее шланг с этой стороны, а с левой стороны идет выключатель. То есть намацали выключатель, больше для правшей. Но левши у нас в этом мире страдают. Все включили, я его выключила. Включили, он подкачался, и вот так вот ходим и всех пшикаем. Струя, напор хороший. Струя тоже хорошо. И меняете насадочку, и удобно даже растения вот снизу обрабатывать. С хорошим напорчиком наши химикаты попадут, или витаминки, на все странички, на все листочки. Хоть сверху, хоть снизу. В общем, очень удобно то, что снизу тоже будет, бьет хорошо струя. То есть хороший напор. И все листочки снизу тоже будут покрыты нашими препаратами. Это не реклама этого, это не обзор, то есть не по заказу, я просто похвасталась тем, что я купила. Потому как я в Фейсбуке спрашивала у ребят, у которых это есть. Я думала, что есть только ручной или на бензине. Оказывается, есть на аккумуляторах, очень удобный. В моих условиях этот опрыскиватель удобный. Главное идти ровненько по дорожкам и не вертеть, никого не зацепить этим вот штукой этой. Вот, мне нужно идти ровненько, вот так пряменько брызгать и ничего не зацепить. Потому что у меня же все густенько, то есть вертеться с этим пульверизатором уже не могу. Вернее, могу, но очень аккуратно, потому что этим агрегатом что-нибудь зацеплю. Так, смотрите, это вот препараты от слизняков, допустим, патруль, гроза, у них у всех идут вот такие голубенькие гранулы. Сейчас я разрежу и, в принципе, покажу. У них есть вот такие синие гранулы, я даже в зимнем саду немножечко их рассыплю. Потому что убирала листья и тоже нашла слизняков, потому я и по улице их рассыплю, и в зимнем саду по коре. И они хорошо очень дохнут, потом находим дохлых слизнячков. Вот. От всяких там разных сикарашек я буду обрабатывать Angel. Я им уже обрабатывала, и пока я внизу обработала и дошла до верху, я уже увидела дохлую саранчу. То есть саранча дохлая валялась. Ну, гусениц тоже не стало.
от клеща я буду брызгать вот таким препаратом, называется Карамаита. В описании этого препарата есть хорошие отзывы, и в описании идет то, что листья впитывают этот препарат, и он действует на все стадии клеща. То есть для Украины я скину ссылочку, где я заказываю, потому что он идет в большой фасовке. Я заказываю у девочки в Фейсбуке, и она делает нам удобную фасовочку. Так, отзывы о нем хорошие. Вчера я тоже обработала, как бы, и клещ у меня был только на плюмериях, а в зимнем саду для профилактики. Так что будем пробовать еще вот такой препарат. Вот такой обзорчик получился моего нового моего нового агрегата, моего поливилизатора и препаратов, которыми я буду обрабатывать свои растения. То есть это не реклама какого-то именно поливилизатора или какого-то именно препарата, это только то, чем я обрабатываю и чем на данный момент буду пользоваться. Вы можете заменить их как вам на любой другой препарат. То есть я хочу именно вот этими, но это не реклама препаратов, и поливилизатора. Можете купить любой другой, какой вам понравится по дизайну, по функциональности. То есть я провела опрос, мне там насоветовали, и отдельно советовали марки, и посоветовали, на что обратить внимание. Детеныши у меня младшие были выходные, я им дала задание, говорю, почитать, сравнить. Все скинула ссылочки, говорю, и найдите мне на 12 литров, на чтобы было все чики-бомбони. И они мне заказали вот эту штуковину. Потому выбирайте на ваше усмотрение. Как аппарат, так же и препараты. Я хочу попробовать именно эти. Оставляйте комментарии. До новых встреч!